Флагман Samsung показали на новых фото и видео. Гаджет оснащен четырьмя основными камерами и двумя фронтальными. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма. В сети были опубликованы новые фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 Plus. Гаджет, судя по изображениям, получит 4 основные камеры и 2 фронтальные. Об этом пишет Gizmoshine. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в экран. Устройство имеет 3,5 мм аудиоразъем. В основу положен процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенной – 1 ТБ. Работает флагман под управлением Android 9 POS. Презентация гаджета состоится весной 2019 года. Ранее сообщалось, что стала известна стоимость первого серийного блокчейн-смартфона, который функционирует как кошелек для криптовалют. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.